Аддон. Слаг чекер. Типа на 100. Хилы и хиляем. Нет, нет. Ну где-то есть, я там делал. Помню. Так, по бафам. Лимош, ты прото? Я касочки раздам. Дальше, честно, с тебя МП5. Шейдер, наше молоко должно на всех кулаки быть. Хиляем. Ну, можно отойти чуть-чуть. Хант здесь, ой, я на пол. Внешний бессер пал. Дайте на это. Забудьте включить чуть-чуть на нежу точно. Просто рудокоп и так далее. Сингл, надеюсь, у вас стоят чуки на них. А, шот, ну, пойду кофе налью. Мимо, мимо, мимо. Быстренько решили, все уходят с нами, нажали рейс. Кто первый рейс, тот молодец. Это прям баф, всех баф, крести, кулаки, просто бафы, лапы и так далее. Сманить. Пирог, да? Задумчик, поставь, когда... Или кто там, поставьте шкаф, сейчас с Рогу сманем. Я Зойлу шаму отдал. Выпросил у меня шаму. Зойлу? Ну, что на шапе не умеет играть, что на шаме. Я вот на роге не умею играть. Ну ничего, что там на этом роге играть? Я тоже за комбо-то не умею играть. И что из этого? Взял, на клаву упал, 20к ДПС дал, нормально. 5 кнопок, Макс. Вообще надо построить немного. Кулаком по клаве бьешь, а там оно само. Так я тебе о чем говорю? Я за комбо. Зашел за комбо-то этого, за рогу, за которого сейчас он зашел. Ну, на магике. Я тебе с буста 26к. Две ротации, одна при пуле, одна стандартная на этом на босс. И все. Мирок, пришел Симон? Да, я уж тут. Что-то по телеботу показывает, что Гринмар. Странно. Нет, тут. А, тут? Что, я бахнуть не могу? Да, он за стеной может быть. Или там далеко. Я уже все, с вами бегу. Кто танчит? Танчит ДГБГ Лимон и Квирт. О, колечко меняю. Собачки тоже резаются? Да, да, собачки тоже резаются. Жопу босса, кроме ханта. Хант недалеко отходит. Отводи дальше, потому что у него агрометр большой. И этот как его, подцепите моба, пожалуйста. Прохил.
Хорошо. Прохил. Сейчас вот буду начислять ГПшечки хилам нашим. Ну, а чё двое упали, ребят? Секундовка. Хила нарез. Сейчас собака подходит. Да, это можешь не особо не выводить. Второй нет, так что нормально. А жопу. Давайте все будем сидеть, чтобы зомби вас не жрать. Аж зомби не призывались в прошлый раз, так да? Что не будет, да. Тут Поля. Бывает, бажится она. Они то одно ч. А вот призывают. Ну, да я отдал гнев. Гнев отдавайте под конец каста, пожалуйста. АОЕшим. Вон демон вам пришел. Он блин пришел. Ну он же демон. Ну да. Ну, вот, ну че опаздываешь? Час. Если он демон приоритетнее, то я вступлю в нее вообще. Пока что нет. Мне главное, там чтобы закрыли посмотрим. Все. Там посмотрим. Ленин, пока на замене. Откинет вас слева и справа, просто там стоит, будет ответить всем. Так. А что, гадюка какой-нибудь есть, нет? Нет. Плохо. Тут юнит начинается, как только первый человек заходит. Чего? Надо все пачки? Да. Да, 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 да. Давай. Всей пачкой аккуратненько заходим. Заходим, 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 не стоим, заходим. Дум, заходи. Наверное, был уже сам. А, да, забыл. Что я уж купил. Так. Сейчас стоим. Вот столько хп ДК было покричено. Надо подождать. Умей ассиста Фроми, а? Сейчас сниму. Где-то он вливается. Примерно где-то вот тут. Ну да, вот здесь где-то. Милик людей должна стоять и бить жопой звездочки. Ага. Даже девочку проверить поставлю. Да погоди, не. Надо. Я выставлю на этих, на слизней пока что. И медведь, прошу тебя первую фазу танчи прям днем в зеленом. Не, Виталь, ставишь в этот профа, ставишь в квадрат чисто в слизни. Этот, далее, меточку сейчас на Димочку поставлю, где-то там. Здесь, а дальше где-то вот здесь вот должна стоять хилы, вот здесь вот на углу, где я кладу. Не будет доставать?
Нет, ну будут вот здесь. Вот здесь они обычно стоят и ждут старлика. Если, допустим, кидают он перемешку, да? Раз, рейд, вот сюда отошел. Кинул сюда лужу, раз, и пошел обратно. Кинул сюда пельмени. Вот. И все собрано вот так вот бегаете. Вам, если вы сможете это все сделать, вам это очень пригодится на Алексе 25Г, потому что там нужно будет от пенивы подбегать. Ну давай так сделаем, в чем проблема? Дим, поводишь их от луны. Соответственно, когда красный будет, отбегать им надо будет. Когда красный, РЗД просто стоят вот в этой части. Вот. Вот здесь они стоят, когда красный появляется. Повторите, чтобы отсюда его. Смотри, когда ну, зеленый слизнец, соответственно, вы стоите в луне. И РТД хилы. То есть, когда зеленого убили, смещаете сюда. Перед красным. Если, допустим, вы стоите в луне вот здесь вот, перед первым зеленым, и у вас летят пельмени. Бац, отошли, встали перед красным. Все. Всей пачкой своей. Сместились на 5 метров. Вас пельмени не задену. Да, 4. Теперь в кухне поставь кому-нибудь другому. Хилу, там, совет, вообще. Я же чушь. Не, ну, это понятно, я еще уберу. А бэкап зайдет? Мирок зайдет, не зайдет. 2.5 минуты нет. Ну, нохнув, вышел из сети. Ну, если что, у нас лог есть. Да не могу что-то ассиста снять, сейчас логнусь. Сейчас рыбу поставлю. Да, минус. Мирок кохнулся. Давай возьмем демона, который. Который просился. Мульти чё? Мульти, надеюсь, не лохнулся. Клинит тут, нет. За дом портал поставил. Прыгай. Так. Где он клинит, клинит, клинит. А как клинит подписан? Клинит. Чё-то в DC его не вижу. Просто ему пати кинул. Да он в пати. Чё? Клинит, ты здесь, не? Плюс чат. Поставил? То есть захожу, пока логался. А, клинит офлайн в DS, он так и подписан. Он говорит, пиши. А. Ну, может, на телефоне нет как. Тем, дашь фотки? Да, да, да. Там я свару скину, я забыл. Давайте Дума Сумонти. Дума за Сумонти клинит, Сумонти тоже. Так. О, клинит. Клинит, братан, я тебе даже МК дам. А чё, Лимош, чё их не поставить вот сюда, к примеру? Также они также будут смещаться сюда, туда. Ну, то есть, к примеру, вот здесь вот стоят, пельмень пошел. Так там без разницы, по сути, как они будут стоять. Просто, а чтобы им не перебегать, они будут и до зеленого доставать, и до этого. Или ты имеешь в виду расстояние больше? Локи, смотрите, вот портал можете вообще вот тут поставить. Слышите? Вот здесь стеночки свой. Объясняю зачем. Если вы будете стоять в РД-зоне, вот здесь вместе со всеми на вас кинется слизень, вы туда протонетесь и дадите еще побольше времени подходить его. Понятно? Вот тут обычно будет портал ставить свой. Так, у вас ладно. Стрелок, а вот здесь вот можете поставить три портала. И нет. Так... Засумонился? Что-то в DC печатал, чекни. А, ага. 5 минут он просит. Мы ж без саппортов, правильно будем? Да, без саппортов. Этот, ДДР, ДД фласочки пропиваем, рыбу кушаем. По тактике, ребят, соответственно, первая, вторая фаза. На первой фазе босс ставится в квадрат, ребятки, и танчится он там. Соответственно, появляется зеленый, РДДшеры стоят в луне с хилами. Зеленый...
только появился, все сразу же играют по зеленому. Соответственно, милишники, как вы играете по зеленому? Печенечку я поставил. Вы становитесь вот так вот примерно на траекторию от квадрата до луны, чтоб вас откидывало к РДД. Надеюсь, понятно. Чтоб не по разным сторонам вас всех откидывало, чтобы бегать из стороны в сторону. Надеюсь, жопой, жопой к луне, короче. Жопой, да, к луне стоите. Все в одной точке печенечка будет стоять. То иначе буду также наказывать. Соответственно, зеленый выбирает, как его, цель. Цель, она будет подбежать. Хилов это особо может не касаться, соответственно, если это не хил. Они могут не подбегать, чтобы хилили, все нормально делали. Далее появляется красный. Перед красным РДДшники с хилами смещаетесь в трусы. Соответственно, выбирает цель, когда подходит, как его, даже не так сделаем, когда красный выберет цель, милишники идут играть по красному. Так же, как и РДД. РДД появился красный, сразу же вливаетесь в красную. Цель бегает. Если в РДД зону, соответственно, бегаете вот так вот по часовой стрелочке. По часовой. По вот этому кружку, который на полу стоит. Надеюсь, понятно. Соответственно, ребят, следим. Босс кидает этот колбы. Когда они взрываются на полу, с них появляется лужа. Соответственно, колбы эти видно. Отходите заранее. Дим, заранее отходи и следи за этим. Звезда, если смещается, да, соответственно, да, за звездой смещаетесь то же самое. Вы не должны стоять до победного, пока этот, как его, лужи не разлились. Сразу должны заранее выбежать этот с этих луж. Далее. Соответственно, у босса три фазы. Первая фаза длится 20% хп. Далее, довели до 80%, начинается вторая фаза. Все то же самое, как и на первой фазе, только появляется для милишников колбы, химические бомбы. Соответственно, колбы не ловим. Это минус меткость, минус ДПС. Словите колбы, для ги буду наказывать ГП. Соответственно, для пугов буду наказывать этим лутом или минус роллом. Можно далее... поправочку, пожалуйста? Я извиняюсь, что перебиваю, но между крестом и трусами больше 30 метров. РДД не будут достреливать. Так подойдут ближе. Они же сами... Ну, я просто к тому... Ну, просто вам сейчас замерили. Я вам метки поставил. Не чисто в метках стоять. Вы можете подойти чуть-чуть ближе. Метки это ваш ориентир. Было понятно, где вообще надо находиться перед каждым стрелом. Далее, соответственно, химические бомбы не ловим. Химические бомбы будут отводиться вот сюда, к стеночке. Химические бомбы появляются у профа по бокам, ребят. Соответственно, если вы ловите, вы получаете минус меткость, получаете дымаг. Вас может шотнуть. Далее, кидается три пельменя. Соответственно, пельмени это такие зелененькие, типа слизни, летят шарики. Летят по траектории, их видно. От них надо отбежать. Если вы их ловите, получаете дымаг, соответственно, минус 600 хосты у вас. Это минус ДПС, минус хил. Что для милишников, что для РДДшников, что для хилов. Там вместо одной секунды вы будете 3 хоста. Ну, это понятно все равно. Далее, это все, что добавится на второй фазе. Далее доводим до 35% хп, начинается третья фаза. Будем вводить по часовой стрелке. Желательно перевести ее, чтобы было без луж, без слизней. Далее все остается почти то же самое. Остаются лужи. Лужи уже будет не распить, соответственно. Даем геру. Как его? Будут пельмени, будут колбы. Слизней больше не будет. По тактике здесь все будет плодиться по часовой стрелке. Еще одну деталь могу добавить. У чернокнижников есть способность такая, называется проклятие косноязычия. Нужно назначить одного чернокнижника ответственного, который будет кидать на слизней, на всех, на красных и зеленых.
перед тем, как они начнут кастовать это проклятие, что увеличит каст выбора цели с языками и даст больше времени рейду на ДПС. На чекнуть, может быть, не пашут. Этот, как его, силу косноязычия по... кидай на слизней, когда появляется, сразу же кидаешь и держишь, ну, этот, то есть держишь постоянно на слизней, ну, этот, косноязычий. Я понял. Всем привет, ребят. Я Здорово. Здорово. Так. А баф по рогам можно, пожалуйста, фу? Сейчас, погоди. Клинит, отлипнет. По тактике я вам объяснил. По диванам, скажи, что там. А, да, по диванам, соответственно, на третьей фазе. Сейчас, так. Деньги есть? И на ДД, да. На руке вообще ничего нет. Он бомж. Кому реги, диван, обмен, на будущее приходите с регами. Спасибо. Так, Шреддер. Дашь по Квируду, танчить будет босса медведь, соответственно, Паул на третьей фазе будет помогать. Далее. Так. Шреддер, ты дашь первый диван. Наше молоко дашь диван по лимош. Да, скажу, соответственно. Далее будем смотреть, может, я еще дам диван. Так. Задум. Дай, пожалуйста, СС на Машу. Так, Линит придет. Не, задумчик. Ты еще не дал СС? Дай по Шреддеру СС. Силу дай по нашему молоку СС. Соответственно, Клинит даст по Маше. Да. Молоко, прыгни. Что там Клинит зашел, не? Да нет, пока не могу. А где Клинит идет? У меня или кажется, или бузеров раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Надо в офлайне. Я тоже видел. Где он там Клинит? Ассисты сними. Сейчас. А, да, забыл. Сколько? Так, ассисты снять. Да. Конечно. У нас, кстати, на пул есть целых два. Это значит, да. Что пока босс у стола стоит, его надо пулить там и вести, и одновременно бить мелик. Да. Сумон, шкаф поставьте. О, сразу. Мангиал, давай МК по задуму, я даю по Клиниту. Так, сейчас я ставлю еще раз рыбку. ДД флацки пропили. Так, Ленин засумонился. Ленин, ты тут? Зашел в дис? Дживса нет. 13 минут КД. Мне что получается делать на пол и сразу врываться на фолу со всеми? Да. Постараюсь. Рыбу кушай. Пробафали лока, пробафали фулл рейд, пожалуйста. Поварам дали кулак. Шреддер, наше молоко, с вас кулаки. А ты думаешь, что трати, это нормально? Он починиться полетел сейчас.
Дошел, не? Ну, ё-моё. Доходит, что ли? Ну, дай обмен дам, в чем проблема. Фласки на дымак, ребят. Клинит, ты тут? Зашел? Этот, как его, СС по Маше дай. И смотри, когда зеленый слизень, соответственно, в луне стоишь, когда красный, ориентировочно луна, когда зеленый, когда красный, ориентировочно трусы. Так. Чек на готовность. Ай. Есть с острова фласка куплю. На ап. Давай возьми. Так, чек на готовность. Так, линит. Готов? Че клац? Да. Огурцы ставим. Еще раз чек на готовность, врываемся сразу, ребят. На пул жесткий по квирреду, по медведю. Так, звезда печенька, соответственно, РДД, ДДшники. За печенечкой следим, РДДшники за звездой. С хилами. Так, фласки копили, четно. На пул! Ребят. На пульчике сейчас дам, ата-та сделаю. Далин, Берни, этот Роме, быстренько. Баф дали Повару. Оперативно, кулак, каску. Прото. А, прото потом кинут по тебе. Этот, как его? Стамину, лапу. Готовимся, зеленый. По зеленому играем. Прохил рейда. Ждем. По зеленому долили по боссу. Быстро. Успеем. Двигаемся за звездой. Ждем пока, ждем. РДД играет сразу по красному. РДД играет сразу по красному. Сместились. Милишники по красному играем. Пельмени. Пельмени. А вы типа красного не водите под босса? Мелики же такая. Вообще надо. Вот этот Мосса Берни Мангиала. Роме, как ты умер опять? Орла. Орхидея Берри, Роме. Пельмени. Фортик встал, пожалуйста, в трусы. Ой, в луну. Готовимся, зеленый. По зеленому. Пельмени. По боссу. Пельмени. По
красному играем. Прохил рейда. Играем по красному, ребятки. О, вот это хорошо играл. Да, вот так надо. Круг-круг. Чтобы милики кливали его. Менее. Готовимся зеленый. По зеленому. Менее. Кто-нибудь по красному? По красному РДД играют. Милишники по красному. Вот с пельменями кто-то прослакал, да? Босс. Пельмени. По зеленому. Пельмени. Еще кидает милизону по БРам. Что у нас? Чулан БР. Погоди. Нем. По красному. РДД по красному. Так, чулан БР фулиганка. Так. Пельмени. У кого еще БР есть? Плохо, что тебя выкинул. Гим на ману, мульти, амбартан. Так. По БРам. По БРам. Маш, ты БРил кого-то? Готовимся по зеленому. По зеленому играем. Угу, вижу. Маш, Бэри, Роме. Кто еще у нас остался? Яс. Вставай. И меня положил. Слишком дохренище дамагать, что мусит. Так, 2% до перефазы. По красному РДД. Я сейчас по-другому поставлю. Играем по красному. Кто там 4? Кто еще 6 у нас? А, Виталий. Отбегаем от него сразу. Отбегаем сразу. Заведение кончилось. Пора пробовать. Отбежали, отбежали от красного. Шейпер побежал. Слили все в красного. Быстрее. Что, давай убьем его. Стой. А почему он взорвал? Не понял. А чё за дымак был? Почему он взорвал? Диспельните Обаму, пожалуйста. Почему прошел дамаг по рейду? Я же боб дал. Не знаю. Скорее всего, он... Да, сейчас как-то хреново все было. Ну, по идее, так ему должно быть, правильно? Он не должен на ран проходить. Ну, он же от физухи спасает.
это способность, скорее всего. Так, Шейдер, на ТСС остался ж? Или ты вставал? Ясно. Сань, встань. Там он кошка в диване была. Кошка, да. А, ну, значит, вот. Масс рез. Этот. Чуть по-другому. Нахрен эту луну сейчас на центр поставлю, то ни хрена не перебегают. Ну, за звездой не бегает, Тём. То есть можешь меня даже убирать, я не вижу смысла. Двое плюс еще вылетело. Ну, по дамагу хорошо шло все. 2 минуты до берсета у нас. Ну, Рейдер кол. На ком было чё? Кто колбу словил, кто пельмень? Да там дофига просто, я в шоке. Очень дохрена половил. Руми, а чё ты дохнешь на посту, я не могу понять? Ты понимаешь, что не надо вырываться? Хотя бы 2-3 секунды. Да, был косяк в том, что я не знал то, что эти триксы работают не работают на расстоянии. Я-то думал, они на любом расстоянии работают. Ага, ты не докинул триксы в меня, а я думаю, чё за фигня? По поводу пельменей. По поводу пельменей, там два таргета были пельмени, это были цели зеленые, они никак не могли отойти. Не, ну хотя, это понятно. Нет, да. Хотя вот здесь вот ставил лок, вот здесь вот, где я прыгал, вот, в него летел пельмень. Лок у тебя был? Портал к стеночке. Ну, вы понимаете, для чего вам порталы вот здесь вот надо ставить? Для того, чтобы если вас кидается пельмень, а на вас ползет зеленый слизень, вы нажали кнопочку F или какая вот там стоит на бинде, и свалили от этого пельмень. Я вам сказал перед пулом прошлым, 3 портала здесь должно быть. Я видел один, Локи, в чем дело? В чем проблема у вас? Почему здесь нет 3 порталов у стенки? Угу. 3 портала должно быть вот здесь. 3. Не-не-не, клинит, не к тебе одному. Понимаешь? Это вопрос ко всем локам. Стояли в луже, это понятно. А раньше, так, вот. От пельмени уйти. У магов, блин, если на мага кинулся, он может в жопу развернуться к слизню и выдвинуться в пельмени. Угу. Непонятно, почему только один портал влияет. Так что давайте поответствуем. Это через сколько? Ты про Джайну? Да. Ну вообще, по сути, в 9, но там еще сбор где-то минут 30, так что часа полтора есть. Ну, у нас и есть часа полтора. Буквально. Так что. СС также, все по ССам также. Я пишу там в рейд, по перемене. Да, хорошо. Я понял. Это баф мало вроде. Задум. Поставь портик сюда. Где печенечка? Кто не поставил? Все 3 лока должны здесь быть. Порталы. Так. А, сейчас я. Так, что у нас? Ага. Фулл баф дали, чек на готовность. Одна поправочка. Танки можете агрить не на одной секунде, а на слове атака. Сейчас подожди, еще про танка скажу. И про меликов, и про напул, и про мишку. И да, цель выбралась, РДДш по-другому. Вот так вот бегите к стенке. Выводите через мили... то есть, чтобы красный бежал через мили-зону, через проф. Глупцом, короче. Да. Дай, пожалуйста, на войда метку или ассист, да? Дал ассист. Мишка, иди в квадрат сюда. Так у нее так и продолжаешь косноязычник кидать, да? Да. Значит, отсюда ты пулишь босса. Роги, ханты. Хант на расстоянии, рога сюда, вставай, милики все в квадрат побежали. Угу. Все милики. Начинаем отсюда. Ребят, сразу же начинаем бить. Значит, смотрите, ребята, чтобы не было срывов таких, хант и рога дают на пул. Мишка. Дал тычку, как мишке даем секунд 5. Дал тычку, прожал берсу и спамишь увечья, это ты знаешь.
В это время за 5 секунд на тебя на пол столько прилетит. Милики через секунды 3-4 начинают бить. Никто не сделал. Ты можешь этот, как его? Виталь, ты можешь берсу отстоять здесь, просто будем бить его. Да, да, да. А потом перевести к квадрату. Да, под, подказ зеленого. Да, ну у него просто ли тут поставит. Просто ты агропу ловишь. Чек на готовность. Отчет на пол. Ну. Влились. Лужа, отведи чуть-чуть. Вот отводи. На Диму дали сальву? Дим. Готовимся по зеленому. По зеленому играем. По зеленому. По боссу. Так, стопнули по боссу. Стопнули по боссу. Потом тоже по красному играем. РДД оперативней с этот служ выходим. Шейпер не туда побежал. По красному быстрее. По боссу. Что-то я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Пельмени. Готовимся по зеленому. По зеленому играем. Сразу не подбегаем, ребят. По зеленому. Лично я по боссу. Чё? Холодно не вижу. Ладони. Пельмени. Готовимся к красной. Через бус. По красному. Пельмени. Ловите их, не стойте там. Сдохните сейчас. Готовимся по зеленому. По зеленому играем быстро. Пельмени. Не сбегайте. Слушай, выбегаем оперативнее. Пельмени.
По красному РДД. Через босса. По красному играем. Пельмени. По зеленому. Пельмени. Мы играем пельмени. Цель побежала. По красному играем все. Колбы РДД. Пельмени. Стоп. По зеленому играем, Оперативно. Отлично, сейчас солдаты дольют. Геру с пула? Когда слизня добьем, лучше как? Добиваем слизня, быстро. Отлично. Геру дали, по боссу играем. Аккуратно, колбы не ловим. И пельмени. Выводить. Быстрее. Пельмени. Пельмени тоже колбы. РПД сместились от босса. Дальше от пельмени. Проведи дальше миники в спину. Диван на квир додал. Шреддер. Давай, диван. Колбы. Шреддер, диван давай. Вставай сразу же. СС должен был висеть. Пробав паладина. Гимноман, мульти. Вышли быстро. Надо в спине там стоять. Кол... пельмени. 400 канат. Я вижу. Как твой ламар? Пятый стак, слышишь? Забирай. Давай на лимошу диван. Вставай сразу же. Проводи его, сейчас отрежь. Проводи. Пельмени. Все это килл. Пельмешки не слови. Еще один пельмени был. Тогда дом. Лужа, потом пельмени. Выводи. Пельмени. Ну и все, вот ваш проф. Сложно? По-моему, я бы больше дал ДПС, чем на роге. Все, видишь, вот, сработала тактика.
я люди просто поняли, где нужно стоять делать. Все, второй трайп проф упал. Супер. Пойдемте, Синдру. Вот. Все. И два знака Навара. Да, честно, так, я тоже так вздохнул. А что за коготь? Ой, это что такое? Питомец? Питомец, да. А что ролят все? Все ролят, питомец. Стой. Крупное, крупное починение подойдет. 17. Подойдет, кстати, этим. Вот, да. Сотка. Подойдет демонам. Крупное починение. Ну, РДД, кого меткость не хватает, отличная пушка. Пока прилива нету, можно с ней побегать. На Синдру идем. Почему, почему нет? Пойдемте, пойдемте, потравим часок ее. У меня еще час есть. Я хочу после ЦЛК за Тёма ТК. Я уйду, Дим. Я уйду. Всё, у меня времени не будет. Я же говорю, у меня как у Лимона. Времени где-то до полдесятого. Добро. Нет, красота. Синдра и Лич. Как вчера, Дима? Портал на Синдру. А, там мы этот ивент, что ли, не прошли? Ивент, открыто, Синдра. Ивент не прошли. Туда. Погнали вниз на лифт. Как вчера? Один сундук, Макс. Положили танков на 35%. Моего вара положили. Чё там, до хренища чего? А, и вара твоего. Вот, ты записал? Мы нормально. Вряд ли дадут. У нас только один не с гильдию. А, ну тогда решай сам. Вот, ты записывал? Да. У меня есть тоже мувик от куклы, как пить. Кстати, вы, может, не заметили, я один раз прослакал, поздно плюнул в красного. Да, хорошо, что мы кота кинули. Было, было, было. Да, было дело, я успел потом выделить, плюнуть. Кот молодец. Несмотря на то, что танк прослакал, и как бы рейд это выкинул. Это ты в своем А чё, я честно сказал. Я не успел выбрать, у меня было 9 FPS, когда я видео писал, там у меня слайд-шоу. Только не заходи там в комнату. В комнату там не заходим, дожидаемся всех. Ну, ребят, в чем проблема, чё стоим? 20 чё падаешь? Человека. Я имею в виду, чё стоим остальные. Кто не бежит? Стойте, не заходите в комнату, смотри, куда ты пошел? Ну, не, зашли обратно там, не надо заходить. Все равно ивент пока не запустится, пока все не будут. Но все равно они... В комнату не заходим. Давай. Вот это там поставил примерно. Есть блок там. Сила, поставь шкаф. Кто там добегает? Кого смануть на? Честер, Слакер. Он курит. Плащ дан на орхидея. Ну, я не факал, я честно скаду анализировал. ДПС и цифры. ДПС с профа. Ну, мульт на Теринаске вытащил. Так, еще кого там смотрит? Орхидея. Тём, сколько после ДСК? 4? Сейчас мы посмотрим, вон по Перми. Сколько насыпал? 5. 5 подаем. 4. 5. Это в зеленого. Вот это в красного. Следующий. Ну чё там, Честер? Алло?
Честь. Где? Ну вот надо за слаком ГПшечку начислить, да? А что он писал, что сейчас? Ну я не видел, чтобы он что-то писал. Чё? Метки ты поставил? Нет. Это я поставил метки. Мы нет. Тут наивенькие, короче, нас пауки сожрали, и мы танчили их в три танка. Не надо. Забегаем туда, на противоположные ворота. Вы стоите в дверях, РДД стоят там, у самой двери. Ничего сложного. Просто ловите, на вас напуливает, соответственно, когда эти выбегают, милишники чутка отбегают. Все нормально. Честно тут? Да. Чек на АФК. Наше молоко. Отлично. Все здесь. Подходим. Подошли чуть поближе, ребят. Бежали. Еще двое. Кто там балуется? Наше молоко, красота, давайте бегом. РДД, отбегайте с хилами к этот, вот сюда, к стенке. Танки стоят тут с милишниками. Да, скажу, отойдёте. Быстрее. Агрите танки. На пул на обоих танков, пожалуйста. Гнев небес желательно, только давай, чтобы они не умирали. Я ж под напулом дал. Ну, видишь, что у тебя всего урок. Мог это прожать удар. По поиску, когда там хрень не бывает, кто-то процент скидывает. И потом ворваться. Можно вы. Что такое? Где? Вот поменяй, вдруг боешки его. А, да, забыл. Пыша, Роу. Че, перезапустился или что-то? Да, сейчас перезапустим. Вышли к себе звезде. Это типа на фарм репы пришли, да? Не, к звезде выходим, ребятки. Все к звезде. Полезли? Угу, спускается он. Подходим. Танки, стойте вот тут, пожалуйста. Ловите здесь. Отошли все туда. Мелкие лезут, или ивент так ты больше не пашет? Пашет, отлично. Слишком далеко отошли. Маленьких напуливайте. Да, он не дома. Да чё за бред-то? Походу в центре надо быть. Не, идут, отлично. Порезали пока.
Стоим. Лишники подотошли. Отошли, пока крутятся, отходите. Вот, конечно же, отошел первый. Угу. Об стенку ударился, да, ты отходил. Забейте вот эту, которая вышла. РДДшеру по дальним играть. Доливаем. Ну, где почки? Спасибо. Должны сейчас быть. Нет. Угу. Долгий он. 20. По паукам. Вестаем, заходим. Лимош, собери. Угу. Они тут тоже пулят мощные, да, как десятки. Да. Что, две пачки, одна? Да, две собирай. Два ДК есть, залем их быстро. Опа, здорово. Стоп, обратно. Лучше. А выводи их сюда, Войд. Прохил. А уешь? Рез. А то мне объяснить, как меня убили, если я всем гнев не бил. Это Сирус, добро пожаловать. Угу. Ладно, это то же самое, как красный слизняк нас. Вторая попытка. Выводи их сюда на лестницу. Не просто тебя ступить на маску. Ничего, сагрить уже. Не этот, не сагрите большого, пожалуйста. Выводи сюда. Красота и этот... Да, красота, дай, пожалуйста, бомжей. Баринка, уешим?
Придите второго, кто там рядом.